Рыба-кит, папа рисует. Доброе утро, друзья. Вы на субботнике, папа рисует. Меня зовут Ваня, я рисую на канале Рыба-кит. А мы на Гамараше придумали такое вот рисование такое. Называется субботник, когда мы суббота рисуем. Сегодня мы рисуем дельфина, морских всяких животных. И дельфин сегодня у нас будет. Так что рисуй со мной. Рисуем вот такой штучкой. Хоп-хоп-хоп, как я играю, как мячик, да. Но это такая не игрушка совсем. Масляные мелки. Достаем и рисуем ими дельфина поэтапно. Все получится у тебя. Не сдавайся, рисуй со мной. Берем серый мелок, голубой мелок, синий мелок. Какой еще мелок понравится? Голубой, еще темно-голубой. Вообще мелков много, но я возьму самые основные. Вот еще беру такие вот. Вот это самые основные. Ну, может быть, черный еще немножко понадобится. Вот эти мелки нам понадобятся здесь для рисования. Серым я сделаю дельфина самого основного. Это набросок будет серым мелком. Он простой, и здесь я оставлю место для хвоста отсюда и нарисую одну линию сюда. Одна линия серым цветом. Нарисовал серым цветом. Линия туда, сюда, туда, сюда. Мелок простой, ты сильно не дави, будет нормально видно. А теперь рисую большую каплю. Раз эта капля сюда идет, увеличивается, а потом опять уменьшается. И вот дельфина тело похоже на каплю. Так я прорисовываю. У дельфина есть нос, мы можем его нарисовать, нос и хвост. Хвост в эту сторону, вот так, и в эту сторону. А потом он заканчивается сюда, заканчивается, возвращается как бы сюда и возвращается. И, конечно же, как это, плавник, верхний плавник и боковые плавники, вот такие вот так. И здесь вот так. Основное мы нарисовали. Теперь давай покажем это все голубым цветом, чтобы все было видно и для тебя, и для меня. Рисуем каплю еще раз. Повторяем, каплю рисуем. Капля здоровская. Сюда и сюда. После этого хвостик, 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 хвостик. Назад возвращаемся хвостиком и еще раз возвращаемся. Хвостик готов. Следующее. Носик, носик. Вот так вот он идет. Раз, носик, носик. Плавник, плавник и боковые плавники. Раз, видны. И два. Все. Теперь наполовину разделяем нашего дельфина вот так хвост к носу, от хвоста к носу. И закрашиваем голубой краской. Я думаю, голубая краска идеально подойдет сюда. Мы добавим туда еще потом синий немножко. Но голубая краска самая лучшая. Подходит всегда и везде для дельфина, потому что он в воде, голубой дельфин. У нас классный получился. Такой дельфин получился. Я думаю, уже здорово. Уже ты понимаешь, что у тебя получился дельфин. Это здорово. Мы нарисуем ему море. Вот так вот он выпрыгнул. Вот здесь у него плюх. Да, вот так вот этот плюх идет. А здесь волны. Раз, два, три. Раз, два, три. Волны. И еще можно их голубым нарисовать. Я рисую плашмя. Ой, плашмя. Вот так вот. И здесь закрашиваем все море снизу голубым и немножко зеленым. Берем тоже зеленым. Море же оно не только голубое, но и зеленое. А мы как с тобой знаем же, что зеленое? Знаем. Добавляем, добавляем. И оно получается такое светло-зеленое, приятное. В дельфина зеленый тоже можешь добавить. Вот так немножко добавь, и ты будешь удивлена или удивлен, что он такой действительно переливается на свету. Свет на него падает, он мокрый и переливается. А теперь возьмем самый темный синий наш цвет, который мы брали, и закрасим вверх, плавники, саму спинку. Темно-синим закрашиваем спинку. Темно-синим, он такой темнеет. Мы как бы постоянно утемняем его. Сначала очень-очень светло, а потом потемнее, потемнее, потемнее. Такой дельфинчик. Плавники и хвостик чуть потемнее. Само море тоже можем подрисовать. Темно-синие такие вот неровности на нем. Волны на нем есть. Волны, мы их рисуем. Такой дельфин. В конце возьмем черненький и нарисуем глаз дельфину. Вот здесь глаз у него. Вот тут у него ротик. Тоже его можем нарисовать. И немножко обвести. Чуть-чуть самый верх. Чуть-чуть еще темнее сделать. Теперь он вот очень хорошо виден будет. И именно вот самый основной, самый верх дельфина, спинку, он такой черный. На Черном море живет такой черно-синий дельфин, которого мы нарисовали с тобой. Ху! Вау!
Вот такой дельфин. Он выпрыгнул. И вот он у нас получился. Что мы еще хотим делать? Я думаю, что все. Я думаю, что мы нарисовали все. И мне нравится рисовать море, рисовать такие вот штучки. Нарисуем немножко. Немножко, очень красиво, спасибо. Немножко прикольного чего? Ну, солнышко. Я только солнышко не хочу так прямо рисовать. Я хочу нарисовать какие-то волны, как бы такие солнечные лучи растекаются по нашему дельфину. И мы не рисуем само солнце, а рисуем такие волны. Пх, пх, пх. И можно их так озвучить. Дельфинчик готов, мне нравится, получилось здорово, я очень рад, что я порисовал сегодня с вами, сегодня субботник был классный и такой морской с темой, прислали ваши работы, я сейчас буду их смотреть, хвалить и всем поставлю лайки, добавлю, а еще у вас есть на это минутка другая, так что жду ваших работ, я вижу, что Саби, многие рисуют, и Виталик, и другие рисуют, и всем уже прям большое спасибо заранее говорю, вот Дарья рисует, у как у вас здорово получается. Дарья продолжает рисовать черепах. Вау, отлично, Сабина, супер красиво получилось у тебя. Как ты? Вау, Сабина с мамой рисовали такого краба, у них получился супер. Дарья нарисовала такого же краба просто фломастерами, тоже супер, мне нравится. Я рад, когда ребята выбирают другое, не так, как я рисую, к примеру, а другим способом рисуют, и получается у них совсем по-другому, это мне тоже нравится. Ребят, сейчас ставлю на паузу, всем, кто на ютубе смотрит, приходите в инстаграм, рыбакит пап рисует легко найти, подписывайтесь, новые эфиры, они идут каждую пятницу, теперь в субботу у нас субботника, в пятницу вечер на рыбакит вы можете рисовать, как бы такую рекламку себе задаю.